Hello, everybody. Я обзавелся символикой Харли Дэвидсон, точнее, мне жена подарила. Вот. Я только что приехал из Белорецка, прокатался где-то примерно 4000 километров. Я на Харли проехал, появился некий опыт, но об этом я отдельное кино демонтирую, а пока кино о посылках. Пришло сразу три посылки. Одну я уже скрыл, правда. Вот. А сейчас будем две скрывать. Значит, что было в первой? Значит, я купил кнопки. Не могу сказать, что я уверен, что они нужны. Кнопки вон, старт, стоп там. Вот. Стоили они. Сейчас буду прям вот вещать, сколько там это все дело стоило. Чтобы это было все честно. Что-то долларов 30, что ли. Или 20. Ну, какая-то такая цена. Вот. Я сразу предупреждаю, что я покупаю не официального дилера. Да. Вот, а на eBay. Представляете, есть такая штука, eBay, там все продается. Вот. Купил башмак. Не надо не ходить. Вот. Башмак держителя цепи. Стоил он. Сейчас скажу. Сколько он стоил. Штука, в общем, она у меня там подпротерлась малость. Вот. И я решил его, ну, заранее купить. Вот. И. Ну, что-то тоже. Долларов 5, что ли. Это. Все, the original, у меня вот начинается, the original. И дальше написано, что-то там, Флорида, а, и made in Taiwan. Вот, ну так, получше там. Вот, значит, и еще набор, веселый набор болтов, кажись, килограмм. Нахера я их купил, я не могу сказать, что это было очень надо, но это болты именно от такого же мотоцикла. Вот, и я думаю, что это будет несколько полезно. О, бля, какая хуйня. Вот, что-то я уже узнаю, я знаю, как это выглядит. Вот, я думаю, что это будет полезно и там может пригодиться. Так, и, собственно, открываем дальше. Значит, что же у нас дальше пришло? Усильки. Вот такое большое. Ни хрена не помню, что. Потому что три посылки, и что из них что, вот не помню, хоть убей. Сейчас будем смотреть. Главное, провод от микрофона только не порезать. Сразу предупреждаю, это мои покупки. Я как бы такой расточительный в каком-то смысле человек. Многие люди бы вот это все дело не покупали, а делали бы по-другому. Вот. Ну, вот как есть, так есть. Значит, вот эту прокладки гусятницы. Я на них уже был гоним. Мне уже сказали, что я сделал все это все неправильно, и что надо было вылезать из паранита. Вот, друзья, я не хочу. Значит, вот они вот такие вот. Нихера там прям, ух, какая вот толстая хрень. Вот. Если кому-то хочется из паранита вырезать, пусть он это делает. Я это дело не хочу делать. Вот. Тем более, что вот вы вот это дело вымерять, там их точно пора уже менять, они как бы того уже. Вот. Это у нас, друзья. О, я знаю, что это. О, это я купил малазийский Харли Дэвидсон. Это надпись на бак. Стоила она, если мне память не изменяет, $32. Это Малайзия Инкорпорейтед. Алюминий. Родная стоит что-то баксов 100, что ли, что-то в этом роде. Я, в общем, решил, что я не буду это покупать родную, потому что это жаба у меня. Я купил заднюю тормозную магистраль, потому что моя ржавая. Это БУ. Не помню сколько. Ну, что-то там тоже долларов 30. Я, конечно, попробую. 12, извините, просто 12 было, 12. Значит, дальше. Так, это у нас что? А, это вот это от тормоза родную фигню купил. Она, ну, в общем, очень дешево стоит для кучи. То есть вот эта волшебная вещь, вот это, значит, для прижимания фишки генератора. Ну, вот, видно. Не смог себе отказать в этой радости такую купить. Притом я их купил двух видов. Еще одну вот, вот такую. Вот, тоже они мне там достаточно дешево стоят. Вот одна с болтом, вот, а другая без болта. Значит, с болтом, да, дороже. Значит, ну, она просто, ну,
Что она делает? Она прижимает фишку генератора, чтобы из гусятницы не фигачило масло. Ну, я ее замазал, вроде как не фигачит. Итак, значит, вот это набор для крепления бакаков. Вот, ну, буду снимать, ну, поменяю его. Как бы они там несколько раздолбаны, решил купить. Так, а вот это вот я хоть убей не помню, что... А-а-а, это то, что я буду продавать. Это я купил бэушные корякинские педали водителя. Тому, как я решил, что я их поменяю на оригинал. Значит, я решил поставить родные, корлеевские, потому как эти, ну, что-то мне родные больше понравились. Ну, эти я, видимо, кому-то продам. Не бог есть какая фигня. Стоили они, кстати говоря, достаточно много. Что-то долларов 35, что ли. Или что-то типа того. Вот. И меня долго душила жаба, я решил их купить. Ну, в общем, пока вот мотоцикл, грубо говоря, неизведанный, да, то есть я на нем проехал где-то 5000 километров. То есть понять, что с ним будет там, как на нем ехать. 8000, 2, хрен знает, что такое. Вот такие вот. Я думаю, многие видели такие, весят как ё-моё. Вот такие вот достаточно тяжелые, большие. Вот, ну, то, что родные, меня, в принципе, устраивают. И, как бы, я думаю, что я не буду их менять. Вот, значит, что у нас в этой посылке. Посылка большая, весу мало. Открываем следующую. Время открывать посылки. Это потяжелее будет. Ох. Посылочка. Где же ты тут открываешься? Вот волнительный момент, да? Вот когда ты открываешь вот такой вот. Вот люблю посылки получать. Вот так приятно. Вот ты ее ждешь, и вот она вот пришла. И ты такой, вау. Открыл такой, довольный, блин. Кто же так пакует, а? Это они, видимо, сверху, что ли, пакуют как-то, чтобы было неудобно открывать. Хер его знает, где ты разберешь. Сейчас попробую с другой стороны. Я не готовился, сразу говорю. Все онлайн. Вот прям как есть. Так и снимаю. Самому интересно. По-моему, я помню, что это. Ну, могу ошибаться. Это должна быть гусятинка. Насколько я помню, она должна быть в этой посылке. Судя по весу. О! Раскупориваем. Интересно, вот в одну посылку они сыпят вот эту вот хреноту. О. А в другой почему-то ее нет. Какая-то логика, наверное, есть. Да, это гусятница. Гусятница харлеевская. Стоила она, я скажу сколько. Я почему решил поменять, потому что у него, там у меня оторвано ухо. Вот. Ухо оторвано. Там ее как-то запаяли. Сейчас скажу. Сколько она? $49. $49. Значит, я купил бэушную. Потому как новую смысла я не вижу никакого покупать. Я, конечно, понимаю вопрос о притирке там, о том, что она должна там соответствовать там примыкающей части. Вот. Это здорово, конечно. Так. Да. У нее тут где-то есть вон, какие-то вот мини-царапинка какая-то. Вот. Из-за чего у него такая цена. Вот. Моя-то вообще такая. Стесанная, блядь. Конкретно. Вот. Ну, вопрос. А, ну еще с пробочкой тоже. Кстати, пробка ни хера, по-моему, не родная. Нифига. У меня будет еще одна пробка. Вот, вопрос был в ухе, да, то есть у меня вот это ухо, оно оторвано. Вот. И приварено там абы как. То есть приварили, чтобы держалось пока. Ну, то есть держится вроде, конечно. Еще дело в том, что. Ну, от времени она, конечно, несколько деформировалась. Это, в общем-то, нормально. Так, смотрим дальше. Так, это у нас крайне полезная штука. Это кнопка стартера, чтобы заводить ее сбоку. Значит, у софтейлов, оказывается, Evolution, у них есть такое заболевание,
сложность запуска. Вот. А вот эта вот штуковина, ну, как бы обеспечивает запуск более простой. Стоило $16. Не бог ведь какие деньги, а удовольствие зато полно. Так, ловим дальше. Так, это я купил, вот, например, можно не покупать. Это набор болтов гусятницы. Притом не харлеевский, а вот этот вот, вот конторы, которые с 1905 года делают для харлеи болты. Я просто, снимая болты гусятницы, обнаружил, что они несколько подсорванные, ну, в смысле, сами болты, и через какое-то время, а эти вообще, вот эти маленькие, которые крышки держат, вообще как бы не алё. Вот, и я решил заказать. Я делаю так, то есть вот наперёд, может быть, не совсем правильно, не по-харлеевски, вот наперёд то, что может отвалиться, я пытаюсь поменять. Вот тут даже схема есть, обалдеть. А, нет, это же самая важная штука. Ну ладно, самая важная, там остальные тоже самое. Тоже важно. Так, вот эта штука стоит как ядерная война. Меня долго душило жабище, страшное абсолютно. Сейчас покажу, что это. Значит, это переходник. Переходник с СНДСского воздухана на Кейхен карбюратор, который стоит у меня. Очень хотелось поставить крышку, и сейчас я ее поставлю. Вот через такую штуку стоила вот эта штука. Кошмар, $77. Пиздец. У меня вот слов других нет. Вот абсолютно. То есть вот жаб меня душил очень долго. Это покупать, но раз уж я купил СНДСский самый фильтр, то ну, никуда не денешься. Пришлось ее купить. Значит, почему? В принципе, да, можно сделать, бла-бла-бла. Ну, то, что она хромированная, хрен бы с ним. Вот, но вот такой формы, вот здесь вот внутри дырка, да, вот идет, да, вот, которая вот сюда вот выходит. Я, конечно, понимаю, что вот эти дырки еще теоретически можно было вымерить, да, то есть отдать, делать, но ну это жопа. То есть $70, да, то есть, ну, стоило бы мне это дело, ну, я думаю, 1005. Без хрома, конечно. Вот, но стоит это того. Я думаю, что я лучше закажу. Ну, вот я вот так делаю. Значит, ну, к ней идут еще всякие прокладки. Вот, и брифболты, ну, собственно, на которых она и держится. То есть, ну, я решил, что я не буду заниматься колхозом, а куплю вот то, чего подходит. Потому что мне, вот, честно говоря, надоело. По-моему, это все. Нет, все. Там было сколько? 5 вещей. Вот, до новых встреч. Вот. Я думаю, что я вас еще порадую. Спасибо.